Началась четвертая нерабочая неделя. Кажется, что все домашние дела уже давно сделаны, фильмы и сериалы просмотрены. Однако самоизоляция продолжается, и вместе с этим и саморазвитие. Занятия, тренировки онлайн, музыкальные и танцевальные уроки. Найти себя можно в любой сфере. А как проводят это время жители Верхневолжья, узнала наш корреспондент Наталья Чекет. Тверская областная картинная галерея запустила арт-флешмоб «Ты – главный экспонат». Любой желающий может выбрать картину из виртуального тура галереи и воплотить ее в жизнь. Каждый участник творчески из фантазии подходит к исполнению копий произведений. Некоторые выбирают натюрморты, другие предпочитают портреты. Многим нравятся картины, отражающие обычную повседневность. Все работы публикуются под хэштегами, а авторов самых интересных ждут призы от картинной галереи. А для музыкантов репетиции никто не отменял. Ведь временное пребывание дома закончится и начнутся важные мероприятия. Так, муниципальный эстрадно-духовой оркестр Твери репетирует на удалении, самоизолировавшись. Вместо личных встреч – онлайн-занятия. Благодаря развитию современных технологий становится возможным не останавливать процесс, а продолжать занятия. В компьютере пишутся оркестровки, готовятся партии, которые высылаются каждому оркестранту в цифровом виде, на электронную почту или в социальных сетях. Контроль изучения происходит посредством записи или прямых видеоконференций. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Музыкальные студии тоже перешли на видеоуроки. Участники записывают свои занятия, выкладывают в соцсети. Дети отрабатывают дыхательные упражнения и, конечно, поют. Когда в руках краски и кисти, грустить тоже некогда. На онлайн-занятиях можно научиться писать в технике скетчинга. Нам потребуется, как обычно, карандаш, ластик, потребуются кисти, потребуется белая ручка. Можно использовать белую краску, белую гуашь, белый акрил для нанесения бликов и, конечно же, акварельные краски. Иногда небольшое пространство квартиры мешает разгуляться и заняться комплексом тренировок на тренажере. Однако это вовсе не повод целые дни проводить только сидя или лежа. На помощь спортсменам приходят предметы домашней обстановки. Берем табуреточку за ножки, выпистаем шею плеч максимально, насколько возможно, где-то сантиметров 50, максимум метр. И будем садиться. Занятия для себя и близких всегда можно найти на любой вкус и интерес. А сейчас главное беречь свое здоровье и оставаться дома.